Друзья, спасибо за ваши теплые комментарии, отзывы, которые оставляете на канале. Ваша поддержка очень для нас важна. Мы ценим ваше время и внимание. Продолжаем готовить. В нашей семье очень любят овощные салаты, поэтому предлагаю приготовить один из них. Ингредиенты найдутся у каждого желающего приготовить. О пользе такого салата можно и не говорить. Данный рецепт без использования майонеза. Сегодня заменим его на творожный слой. По-разному будет вкусно. Нам понадобятся огурцы, несколько штук. Для овощных слоев отварная свекла и морковь. Несколько отварных яичных белков. По своему желанию и вкусу добавьте и желтки. Для творожного слоя будем использовать мягкий творог и свежую зелень укропа. К мягкому творогу добавляем укроп. Сразу же солим по своему вкусу. Салат выкладываем слоями. Первый слой – морковь. Яичный натертый белок. Вкусный творожный слой. Огуречный слой и свекольный. Салат украсьте на свое усмотрение и вкус. Спасибо вам за просмотр видеорецепта. До новых встреч на канале!